Мы заехали в Друзский супермаркет. Это для молока так запекать хорошо. А вон тажин есть. Тажин. Это из глины все? Да. Что это? Мини-печь. Такая для запекания питы, наверное. А, это для питы? Ну да, вон. Сверху тен, снизу тен. Да, включил. Вот пита. А, вот она нарисована, пита. Это такие тарелочки или что это? Это дом, такие тарелки. Для сухой, наверное. Сардинки. С орешками, да? А вот это, по-моему, с творогом вон. Это с шоколадом, вот это с шоколадом. Это с яблоками.
Темный темный. Да. И есть вот такие вот курасанчики такие. Одну берешь? Это с чем? Это, по-моему, вишня. Это фисташка. Это с фиста... Это халва. Фисташка. 15 рублей. А вот тоже халва. А это с чем? То же самое, только, знаешь, это... А, такая волосатая такая, да? Да. Тоже берешь? Это друзская пита. Это арабское печенье. Елочка.